Всех приветствую. Сейчас будет небольшое видео. Касается оно того, что мне только что пришла посылочка. Там я отправлял знакомому данные вот вещи на чистку, чтобы он их где-то, если смог, подреставрировал, запатинировал, почистил, подлечил, где были разные раковины, да, уже ржавело, или как правильно сказать, гнило со временем. Вот, он сейчас прислал мне, все очень красиво, блестит, на них даже видно позолота, все красиво. Ну и в конце он мне еще прислал приятный сюрприз, бонус, который также вам покажу. Так, вот это мои вещи, которые были ему ранее посланы с целью попытаться спасти, реставрировать, сделать, так скажем, из монет, которые первоначально были найдены, божеский вид. Ну а теперь, так скажем, приятный неожиданный подарок, который я получил от товарища своего, пополнил коллекцию, скажем, крестов и царских монет.